маленький 4-месячный щенок в своем нежном возрасте пережил столько страха и боли, что заслужил самое настоящее счастье. Малыш и не знал, что счастье ждало его в тысячах километров. Когда британка Джоди Холнес с молодым человеком переехали в отдельный дом в городе Фолкстон, ребята решили завести собаку. «Мы захотели завести щенка сразу после переезда в собственный дом. В наших семьях всегда были собаки, и мы чувствовали, что именно собачьего лая не хватает для полного счастья», – рассказывают ребята. В интернете мы нашли приют Barking Mad Dog Rescue. Barking Mad Dog Rescue – благотворительный приют для собак в Румынии, где держат бездомных собак, подобранных с улицы. Там пара наткнулась на фото Хендрикса. Когда-то этого малыша вместе с его братьями нашли брошенными на пустыре, но теперь щенки были в безопасности и ждали в приюте своих будущих хозяев. Наши герои влюбились в Хендрикса с первого взгляда. Они решили, что не могут не взять этого очаровашку к себе. Уже вскоре 4-месячного щенка доставили в Великобританию. Хендрикс проделал долгий путь к новым хозяевам и не мог дождаться встречи. Когда ребята забирали малыша, новоиспеченная хозяйка не смогла сдержать слез. Маленький песик, который столько успел пережить, наконец обрел самый лучший дом. «Было очень волнительно, наконец, воссоединиться с Хендриксом», — говорит Джоди. Он быстро освоился и стал частью нашей семьи. Сейчас малыш Хендрикс уже подрос и очень благодарен своим хозяевам за то, что они подарили ему новую жизнь.